Хей-хо, ребятки! Всем привет! Arena of Valor, Чудо-женщина, третий ролик. Сегодня мы поговорим о снаряжении. Какую билду лучше всего взять для нее? Как лучше всего распорядиться этим? И как стать MVP, черт возьми, что для этого нужно? Как это вообще высчитывается? Какая статистика на это влияет? И как много получал их я? Оставайся со мной. Можешь пока написать комментарий и поставить палец вверх. Вернемся через секунду. Ну что, дружище, как я и говорил, буквально одна секунда, и мы снова в игре. Ну что, пришло время поговорить о снаряжении, о том билде, который все-таки невероятно крут и все-таки решает исход твоей битвы. Чудо-женщина, Даяна. Она у нас класса воин-контролер. Что это означает? Это не означает, что она будет у вас собирать денежку за проезд. Никак нет. Это означает то, ребятки, что ей очень сильно важна атака. Ей важна скорость этой атаки. Соответственно, из этого, ребят, делаем вывод. Первостепенно, что мы ей улучшаем, друзья, обязательно. Это должна быть атака. Это должен быть физический дамаг. Чем выше будет физический дамаг, тем лучше ты будешь себя чувствовать и отыгрывать за нее. Как видишь, хп у нее немного, но оно играет даже не второстепенную роль. Потому что, как бы ты сильно не старался, да, ты можешь и увеличить хп, но увеличив хп, ты пойдешь в ущерб или урону, или защите, и будешь точно так же быстро падать. Я прекрасно понимаю, что Даяна это не... танк, это не воин, и выкачивать ей full деф не имеет значения, но имеет место быть. Если у тебя есть выбор между скоростью и дефом, то, естественно, ты берешь скорость. Ты берешь скорость и берешь оружие. Но если дальше, то есть на третьем пункте уже стоит у тебя выбор между... жизнями и дефом, то, безусловно, ты берешь именно деф. Потому что большое количество хп, как бы ты ни увеличивала и как бы ты ни старался, оно тебя не спасет. В любом случае, тебе нужен хороший щит, тебе нужна хорошая броня, тебе нужен хороший доспех. Таким образом, и только, запомни, только таким образом, не знаю, смогу ли я сейчас затащить его? Ой, нет, не смогу, слишком жирный. Зря пошел. Только таким образом ты все-таки сможешь что-либо демонстрировать и показывать. Поэтому, первое, по снаряжению ты берешь обязательно. Мечи, топоры, все, что увеличивает физический дамаг. После этого ты берешь все, что увеличивает скорость как твоего передвижения, перезарядки навыков, так и... скорость нанесения ударов. То есть это все в обязательном порядке, это все нужно, и это даже не обсуждается. И только после этого, когда ты хорошо выкачал довольно-таки солидно все эти пункты, ты начинаешь улучшать свою защиту. Только после этого, запомни, дружище. Иначе ты пожалеешь, и как бы твои напарники ждут от тебя какой-никакой, но помощи, понимаешь? И если ты выкачаешь свои билды, свое снаряжение неправильно, то помощи тебя будет очень мало. Как ты видишь, я не спешу проламливаться по флангу. Мне плевать на то, что наши башни сносят, что нас атакуют, герои наши падают. Счет 5-4 на одного героя в нашу пользу — это ни о чем. В любой момент может исход измениться, и мы можем проигрывать или выигрывать на 2-3 убийства. То есть для тебя это не должно быть первостепенной задачей. Если ты видишь, что реально жесткая жопа, что сносят невероятно и нужна уже реальная помощь, ты это делаешь, безусловно. Но все свободное время, которое у тебя есть, ты фармишься в лесу. Только там, запомни. Когда появляется возможность, да, ты делаешь так, как я сейчас, идешь в атаку и убиваешь. Просто убиваешь. Вот реально. Вот тогда ты это делаешь. Но до тех пор, пока ты никак не выкачался, тебе ни в коем случае нельзя идти в атаку, нельзя идти бороться против других героев, иначе ты просто возьмешь и умрешь. Умирает, ты даешь большое количество опыта врагам и возможность надрать нам в целом задницу в итоге по исходу боя. А если вы смотрели предыдущие мои видеоролики, как я играл за Даяну,
что вы могли наблюдать как раз таки ту картину, о которой я рассказываю. Я раскачиваюсь до 10-12 уровня в лесу, выкачиваю определенные обилочки, определенное снаряжение. И только после этого я уже иду атаковать. И когда я это делаю, ребят, я могу спокойненько в одиночку разносить 2-3 героев. А кто не видел предыдущих видеороликов, где я рассказывал все нюансы и секреты обилочек, то обязательно зайдите и посмотрите. Это поможет вам хорошенько отыгрывать и надирать всем задницу. По снаряжению все сказал в предыдущих роликах. Рассмотрели все остальное, поэтому предлагаю тебе теперь насладиться игрой, полноценной каточкой за чудо-женщину в лице меня. Поехали. Так, тут нашу башенку сносят, иди-ка ко мне. Мне это определенно не нравится. Так, это Артур. За Артура мы играли, мы прекрасно знаем то, как он играет. Мы знаем его плюсы, знаем его минусы. Я, конечно, могу сейчас слиться из-за того, что много миньонов. О, это было бы очень обидно, потому что Артура я-то тяну, а две толпы миньонов, которые пришли, вот это было очень больно. Я почти что его добил, но, увы, против 6 мобов я никак не смогу затащить. Так, я вижу проблему на центральной полосе. Наверное, я вмешаюсь сюда, сейчас солью героя. Вижу там вражеских миньонов, но это, в принципе, не проблемно, у меня все заряжено по обилкам. Так, здесь колдун, у меня с маг-защитой проблема. Я физ-защиту выкачивал пока что только. У меня, в принципе, и с физуха не очень. Так, физ-атаки, да, я понял. Тихо, это сложно. У нас тут реально хорошее количество магов. Это означает, что мне сейчас нужно снаряжение немножко поменять, и нужно сделать упор на маг-защиту. Хорошо, я понял. Так, дальше чисто маг-защита, все. Потому что бьют очень больно. Я физ-защиту бросал, но это была моя ошибка. Хорошо. Они еще и замедляют очень сильно. Так, снесу, не снесу, посмотрим. Да, снесу. Хорошо. Так, вот она, маг-защита, отлично. Этого тоже заберу. Угу, отлично. Еще маг-защита. Сейчас я маг-защиты добавлю немножко буквально. Все будет хорошо. О, здорово. Давно тебя не видел. Привет. Больно бьешь, больно. Базару ноль. Так, я домой. С Валхеймом лучше не шутить, потому что бьет очень больно. Каждый второй удар у него крит. И я как бы не хочу умирать каждый второй удар. Поэтому... лучше иногда возвращается домой, а потом уже идти в атаку. Так, я, пожалуй, пойду на крипах, пофармлюсь немножко. Угу. Я тем более тут не один буду. Хорошо. Немного монет надо подзаработать. У нас на меде скопление вражеских героев. Сейчас там наш помрет. Спорим. Потому что... А не, смотри. Хватило ума отойти, это хорошо, спасибо. Я рад. Я рад, что у меня попадаются хорошие напарники, которым все-таки хватает ума. И они не ставят себе за цель, как я, брать и атаковать. Вот сейчас вот это была ужаснейшая ошибка. Если я смогу уйти, это будет хорошо, да. Я смог уйти, мне это нравится. Ну, не знаю, зачем я это сделал, но я это сделал. То есть, бывают такие моменты. Хорошо, я жив. Дальше мне предлагают живучесть. Если сейчас больше ничего на выбор не упадет, когда монеты подымутся, то будем покупать. Наши не хотят собраться тут, а там чё он бегает? Я не пойму. Смотри, норм блокнул мою атаку, спасибочки. Базару ноль, респект. Ёп твою мать, чё они творят? Боже, защиту не будет никто делать, да? Я понял, спасибо. Короче, смотри, я понимаю, что у нас тут 4, но какого хера он лазит вверху? То есть он на верхней полосе себе спокойно гуляет, там выкачивается, хорошо себя чувствует. Видишь? Вот так вот делать ни в коем случае нельзя. Наш мид полностью продавлен, и любая хорошая сбалансированная атака по нем приведет к тому, что мы проиграем.
Лично меня это не устраивает. Не знаю, как чувака, который бродит вверху, но я, если честно, в шоке. То есть для меня это неприемлемая ситуация, например. Я не понимаю, как так можно делать. То есть он видит прекрасно, что у нас тут в любой момент может быть лютая атака, и мы умрем. Он ничего не хочет делать. Смотри, он просто продолжает стоять на той полосе. Что я могу сказать? Дебил. Он и в Африке дебил. Вот сейчас идет атака, сейчас будет лютая задница. Смотри. Я пытаюсь догнать, я пытаюсь все-таки помочь. Надо тут забрать миньонов. Если сейчас никто не поможет, нашу башню просто цитадельку разобьет за секунду. Но, по-моему, никто помогать не хочет. Мы тут вдвоем. Да? Их просто разбили по флангам и все. Хорошо. Поехали. Повоюем немножко, давай. Блять, у меня маг защита вроде и стоит, но что-то, походу, ее недостаточно, да? Хорошо, поехали. Так уж и быть, я использую прыть. Да какого хрена? Это как так? Я там-то попадал, слушай. И в диапазоне был. Ох. Не люблю, когда обилка не работает так, как надо. Валхейна там раскачал этот дебил, да? На полной программе. Ой. Не, больше я по помощи в этой каточке. Неплохо, Артур, неплохо. Базару ноль. Больно сделал мне. Я разочарован в тебе. Так, смотри, довольно больно грызет. Я отбегаю. Блять. Не дадут мне просто уйти, мне приходится просто драться. Тут было без вариантов, ребят, сори. Как бы я ни старался, сейчас они идут атакой в 4 героя. Боже, пожалуйста, пускай им хватит ума все-таки сместиться домой, вот сюда, и все-таки сделать защиту. Не, это слив, ребят, все, 4 вражеских героя против одной цитадельки и одного персонажа, который пытается как-то отбиться. Это жопа. Все. Мы просто канем в лету, понимаете? То есть сейчас у них, допустим, не в этой атаке, понимаете? Но если мы не соберемся, если ничего не поменяется, а в следующей атаке они нас все-таки убьют. То есть если мы отобьем одну атаку, это ничего не изменит. Одна атака не меняет исход войны, понимаете? Победа не в одной атаке зависит. Победа зависит в общей командной игре. Если мы будем нормально атаковать, то все будет хорошо. Опять этот дебил разделяется от нас. Сложно. Мне сложно понять таких людей, поэтому я просто буду молчать. Я и так один раз умер, я разочарован в себе, если честно. Просто сам фактор того, что я умер, меня огорчает. Понимаете? Это не должно было случаться, и то, что это случилось, то, что это произошло, я очень сильно расстроен. Так не должно было быть. Сложно играть с Артуром. Потому что Артур вечно тусит с миньонами и или с вражескими героями. Правильно все делает, он ведь танк. То есть у него дамаг не такой большой, он дамажит только за счет ульты. И все. А так, если он в прикрытии, то все. Ему нужно лишь за счет миньонов и вражеских героев ожидать респауна его скиллов. Просто выжидаешь тайминг и все. Ну, опять дадим ему уйти? Да блять, какого хера я опять это промазал, ребят? Вот вы видели, да? Сука, миньон забрал моего героя. Ооо! Давай, давай, хорошо. Я буду бороться. Но не с тобой, иди ты нахер.
Давай! Соберись, Даяна, ты можешь! Чуть-чуть живи! Нет, блядь, два пришло, два пришло, два пришло, я оглушен! Блядь, 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 скорость атаки слишком слаба! Добьет, 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 добьет! Мне нужна еще скорость атаки. Мне не хватает скорости атаки. Люто не хватает скорости атаки. Вторая смерть. Я бомблю. И у меня люто горит, ребят. Когда там уже следующий? Что-то? Фул? Но должно быть что-то на замену. Тут есть лучше сапоги или нет? Походу нет. Маг защита, хорошо, поехали. Но... надо дожать. Просто надо дожать, поехали. Все, там цитадель почти разбита. Одна нормальная атака, командная атака, и все, это победа. Артур, я тебя завалю наконец-то сегодня или нет? Или я не смогу все-таки тебе противостоять? Я просто вот никак не пойму. Я могу тащить Артура или не могу тащить Артура? Потому что вот мы сколько дэмэджимся с ним, сколько файтимся, что-то я никак... У меня не получается, понимаешь? Один нам никто... Блядь, пришел, сука. Пришла помощь. Да иди-ка ты нахер! Да не пошли бы вы в жопу! Алло! Блядь. Представляешь? Не дает мне нормально пофайтиться. Пришли 4 героя и все-таки сожрали меня просто. О, зашибись. Еще один мой дебил вышел с игры. Класс. Спасибо большое за игру, ты мне ее слил. Уже просто дебилы. Мне очень жаль, ребят, что последний бой за Даяну оказался проигрышным. Но, понимаете, ребят, иногда исход боя все-таки зависит не от тебя. Когда в твоей команде играют дебилы, не всегда так бывает, конечно, не все, однозначно не все, но когда это случается, то как бы ты сильно не старался, знаешь, тебе все-таки не удастся затащить, тебе реально не удастся затащить, потому что, понимаешь, в чем проблема? Да, у меня сейчас низкий рейтинг, вы можете сказать. У меня рейтинг второй в топе просто. Вот второй. Мне не дали возможности выкачаться нормально в лесо. Я был вынужден просто бегать с фланга на фланг. Я был вынужден остаться на миду, чтобы держать натиск вражеской команды, потому что мы собирались в четверке. Они шли и спокойно четверми сжирали меня. Ну, вы сами это видели. То есть я начинаю фатить с одним героем, идет атака по миду, меня сжирают. Почему я стоял на миду, а не уходил влево, вправо, как это делали мои напарники? Ребят, если бы я это делал, то мы бы слились еще 10 минут назад, понимаете? Мид надо было держать, мид остался без деф-башен. Все. Никто из врагов, кроме вот человека, который получил MVP-шку, он постоянно тусил со мной на миду. Постоянно. Кроме него, никто нам не помогал, и, соответственно, дамага мы не могли нормального нанести. Мы не могли сгруппироваться и сделать атаку. В аренах, в мобайлах это невозможно. То есть в соло ты затащить не сможешь, понимаешь? Печальная каточка, но я ее доволен, в принципе. Спасибо тебе за то, что ты меня посмотрел. Это был последний видеоролик по Чудо-женщине. Я надеюсь, он тебе понравился. Не забудь оставить лайк, не забудь оставить комментарий. Мы скоро с тобой еще увидимся. Спасибо тебе большое. Пока-пока.